Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы совершим водную прогулку по Венеции. Это было первое знакомство с Венецией. Произошло оно, когда мы летели через Венецию из Неаполя в Москву. Стыковочный рейс позволил побыть в Венеции несколько часов, и поэтому мы поехали из аэропорта в сам город. Первоначально мы хотели прокатиться на гондоле, но эта экскурсия занимает 1,5-2 часа. Времени у нас было мало. Мы бы не успели на гондоле покататься, поэтому мы поплыли на обычном водном трамвайчике Вапоретто. Нам очень понравилось. Думаю, вам тоже это понравится. Далее смотрите, наслаждайтесь. Венеция глазами россиянина.